Здравствуйте! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. Сегодня мы будем рисовать вот такой летний пейзаж с маковым полем. Для этого нам потребуется листочек А5 формата, это половинка А4, кисточки по возможности разных размеров, гуашь, водичка, салфетки и палитра. А начинать мы будем с рисования неба. Мы возьмем кисточку побольше. И нам сейчас потребуется голубой цвет. Я возьму свой голубой цвет. И начнем закрашивать верхнюю половину нашего листочка. Итак, примерно середина листа у нас будет занимать небо. Плотной красочкой закрашиваем верхнюю половинку нашего листочка. Затем сразу же этой же самой кисточкой мы набираем белого цвета и нарисуем облака такими вот похлопывающими движениями. Формируем несколько облаков на небе. Можно чуть-чуть еще белого добавить. Где-то они будут поярче. Ну, где-то. Да, мини-яркие. Теперь мы переходим к рисованию дальнего плана. Нам сейчас потребуется цвет довольно темно-зеленый. Я возьму зеленый и добавлю к нему каплю синего. Зеленый, добавлю к нему каплю синего. И этим темным цветом мы прорисуем задний план. Итак, добавим тут какую-то отрывистыми движениями зелень на заднем плане. По линии горизонта, который мы только что нарисовали, разной высоты. Большое возвышение. Ставим вот такую вот зелень на заднем плане. Теперь продолжаем задним планом работать. И сейчас мы сделаем еще один цвет. Тоже зеленый возьмем, но возьмем его более ярким, более насыщенным. Возьмем зеленый и добавим к нему немножечко желтого, чтобы получился яркий, насыщенный цвет травы. Тоже намешаем этого цвета. И уже этим цветом мы пройдемся по тому ряду, который мы уже сформировали, но немножечко поближе к нам. Пройдемся еще этим цветом. Вот, точно такими же движениями. Добавим еще немножечко зелени на передний план. Заходя один на другой слои, да, перемешивая. Добавим еще вот такой зелени. Теперь мы возьмем желтый цвет
И добавим еще желтого в наш рисунок. Да, тут небольшое пространство желтым цветом еще добавим для яркости. Добавили. И можно немножечко еще добавить зелени того цвета, который мы только что использовали, да, тут в некоторых местах добавить еще немножечко этого зеленого. Да. Чуть-чуть пройдемся этим цветом тоже. Дальше мы сформируем нашу траву, да, наше поле, где у нас будут расти маки. Для этого мы возьмем опять зеленый цвет, опять же зеленый, да, и смешаем его с желтым, чтобы у нас получился насыщенный зеленый цвет, очень яркий, красивый. И этим цветом мы сейчас пройдемся. Можно взять большую кисточку или тонкую, как удобнее работать. И будем формировать травинки. Да? Пытаемся такими отдельными мазочками. Немножко под углом, под наклоном. Снизу, да. Здесь сделаем такой наклончик. Мы такими отрывистыми движениями мы заполняем до конца наш листочек. Красочки можно побольше намешать. Если удобнее делать это тонкой кисточкой, можно делать это тонкой кисточкой. Таким образом до конца нашего листочка мы заполняем травкой. Насыщенный зеленый цвет. Хорошо, теперь мы подходим к рисованию нашего дерева. Сейчас можно взять кисточку либо потолще, либо потоньше, как удобнее будет. Я возьму кисточку не очень толстую, среднюю. И мы смешаем коричневый цвет и черный. Коричневый и черный. Получается он такой темно-коричневый цвет. И нарисуем наше дерево с изгибами.
сильно много веточек у него прорисовывать не будем. Нам просто нужен некий контур, да, и несколько веточек, чтобы показать, какое у нас дерево красивое, мощное здесь стоит. Так, сейчас мы еще цвет сделаем. Так, и сейчас мы будем наше дерево, да, украшать листвой. А для начала еще добавим блик сразу же на дерево по левой стороне. Белым цветом пройдемся. Немножко подразмоем. Так, и теперь я возьму кисточку побольше. Опять же, нам потребуется зеленый цвет. И этим зеленым цветом мы будем формировать листву, да? Отрывистыми движениями. Яркий зеленый цвет у меня взят. Пока им. И вот такими вот отрывистыми движениями будем формировать нашу крону дерева. Так. И добавим еще желтого цвета в листву, чтобы показать, да, более засвеченные места. Чуть-чуть поярче сделаем в некоторых местах. Добавим желтизны. Так. И можно даже чуть-чуть белого добавить, да, чтобы еще ярче показать. Листву в некоторых местах. Так. Оставляем пока наше дерево. Делаем дальше. Дальше мы переходим к нашим макам. И для этого нам потребуется красный цвет. Красный цвет. Кисточку я беру, опять же, потоньше. Можно взять как удобнее. Яркий красный цвет. И этим красным цветом мы начнем рисовать наши маки. Сначала мы их немножечко... прежде чем перейдем к макам, еще можно добавить тень от дерева. Небольшую. Да. Можно взять зеленый, который мы уже использовали. Да. Немножко коричневого добавить. И небольшую
тень от дерева показать. Да, вытянутую. Куда-то туда. Дальше. Так. Угу. И теперь уже можно переходить к макам. Значит, красный цвет яркий. И сначала мы несколько цветочков капельками, да, такими точечками покажем. Вдалеке где-то там они тоже растут. Да. И также можно их где-то добавить и здесь тоже. Где-то там вдалеке тоже они есть. И теперь более близкий план. Да? Сначала мы здесь такими вот отдельными мазочками, да, поменьше их прорисуем. Можно еще более часто, да, тут как уже захочется. И тут уже можно несколькими, да, мазками начать поближе сделать их побольше. Цветочки наши. Да. Сильно мы их не прорисовываем, буквально пара штрихов. Что их так много. Так. Вот, допустим, здесь еще какой-нибудь маленький. Так. Угу. Так, хорошо. Теперь мы возьмем к этому красному, добавим еще желтый, сделаем цвет поярче. Поярче. И некоторые лепесточки у маков, у некоторых, мы подсветим, да, как будто бы на них падает солнце. Да, например, здесь. Здесь, да. Добавим. Можно еще даже поярче. Там на какие-то отдельные, может, также. Ну, некоторые как будто бы подсветили. Добавили им яркости. Теперь мы возьмем черный цвет и добавим сердцевинки. Черный цвет. Я беру тонкую кисточку, черный цвет и добавим в наши получившиеся цветочки сердцевинки. Где-то маки сбоку, да, на нас смотрят, где-то прямо. Смотрим, да, как тут лучше сделать.
Это. Добавили. Так. Теперь можно еще взять белый цвет и немножечко подсветить некоторые лепестки. Да, немножечко их по контуру обвести, как будто бы тоже добавить яркости. Контура, да. Так. Какие-то просто подсветить можно белым. Так. Угу. И еще можно добавить зелени, да, поярче зелени к нашим цветочкам. Мы возьмем цвет зеленый, без желтого, да. И тонкой кисточкой, этим зеленым цветом, мы добавим стебельков нашим цветочкам. Да, как вот эту травку можно добавить рядом. Надо показать их как много. Травинку тут добавить, зелени красиво. Так. Где-то возможно. Так. Угу. И что еще можно сделать? Можно на заднем плане тоже добавить травинок на заднем плане, да, чтобы он был не такой размытый. Мы немножечко тут тоже прорисуем некие травиночки в разные стороны идущие. Тут. По низу, да? Добавим тут еще каких-то травинок. Да, и можно еще пару травинок добавить это здесь. Это здесь. Между нашими маками налетя.
Добавили. Так. Ну, еще можно немножечко на дерево добавить более светлых пятен, да? Все-таки хочется побольше белого, еще зеленого, может быть. И желтым. Светлых, более светлых пятен на дерево. Зеленый. Так. Да. И вот такой рисунок у нас сегодня получился. Спасибо большое за внимание. И пробуйте вместе с нами.